В Доме Советов провели круглый стол по итогам выдвижения кандидатов и партий на выборы в Ульяновской области. Прозрачность, легитимность. Актив штаба общественного наблюдения с июня следит за порядком. Первая стадия выдвижения и регистрации подошла к концу. У нас, насколько я помню, замещению подлежат более 1300 мандатов, примерно 1354 мандата. Выдвижение шло достаточно активно по количеству кандидатов на один мандат. Мы являемся одним из регионов-лидеров. Абсолютной юридической чистоты не бывает ни на одних выборах, утверждает Дмитрий Травкин. В процессе кампании возникают некоторые вопросы. По моей информации, в избирательную комиссию Ульяновской области непосредственно через вышестоящие избирательные комиссии, через обращение в иные органы поступило 6 жалоб. Они не связаны, кстати, с процедурой с выдвижения и регистрации кандидатов. Некоторые заявители считают, что те или иные политические силы нарушают правила предвыборной агитации. Но по большинству из них уже дан отрицательный ответ. Не усмотрено таких нарушений. По некоторым ведется работа. В единый день голосования 10 сентября в трехдневном формате пройдут выборы в законодательное собрание и местные органы муниципальной власти региона. Кампания – одна из самых масштабных в стране. Замещению подлежат 1439 депутатских мандатов. Избирателям предстоит выбрать 36 депутатов областного парламента. 30 мандатов распределяются на выборах Гордумы Димитровграда. В муниципалитетах состоится 134 кампании. В средствах массовой информации агитационный период начинается с 12 августа и должен завершиться в 0 часов 8 сентября, потому что 8 сентября – это первый день голосования в соответствии с нашим постановлением. Пятница, суббота, воскресенье, то есть 8, 9 и 10 сентября – три дня голосования. С 24 июля в территориальных комиссиях, в МФЦ, значит, через портал ЕГУ можно подать заявление о голосовании наших избирателей по месту нахождения. За ходом голосования проследят около 3000 общественных наблюдателей. На данный момент завершается период выдвижения кандидатов. Следующим этапом выборов станет агитационная кампания, которая продлится в регионе с 12 августа до 7 сентября. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.